Воронежский инспектор ГИБДД лишился водительских прав за нетрезвое вождение. Такое решение сегодня принял Ленинский суд. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. У меня очень важная новость для вас. Действующий сотрудник полиции дорожно-патрульной службы Полухин написал на меня 6 заявлений в Роскомнадзор и в отдел К. По поводу размещения его персональных данных, непосредственно фамилия, имя, отчество, его фотоизображение и госномер транспортного средства. Не так давно этот сотрудник был привлечен по статье 12.8 части 1 КоАП РФ за вождение в нетрезвом виде. Сейчас он пытается обжаловать данное решение в Ленинском районном суде города Воронежа. Я призываю всех жителей нашего города, ну хотя бы какую-то часть, прийти на это заседание, которое состоится 19 декабря в 10 часов утра. Вся необходимая информация будет указана в описании к этому ролику. Данное заседание открытое, так что вход свободный. Обязательно при себе иметь паспорт и прийти заблаговременно. Друзья, поддержать вы меня можете, максимально распространив этот видеоролик. Подписаться на наш канал, поставить палец вверх. И до новых встреч. Привет Полухину, привет его начальникам, которые тварь пьяную покрывают.